На конкурс дети читают стихи. Андрюша Перепечин, 6 лет, Москва. Агния Балто, защита Деда Мороза. Мой глад, меня он перелос, доводит всех до слез. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, в него не верит. Но тут сама открылась дверь. Вдруг я вижу, ходит дед, он с бородой в труп одет, труп до самых пят. Остался вот твердит таком, да это наш сосед, как ты не видишь, нос похож и руки, и спина. Ну и что ж, а ты на бабушку похож, но ты же не она.